Зачем в урну нельзя? Зачем в карман нельзя, а? А зачем на землю можно? Странные люди, странные. На пол дома плохо, а здесь на землю хорошо, да? Не понимаю. Да что значит когда-нибудь? Если ушел, так с концами, в смысле со всеми шмотками. А то что будет приезжать к вам за каждой парой носков? Но может быть ему действительно трудно сразу пристроить все свои вещи? А почему вас это должно волновать? Он вам уже не муж. Но мы же еще... Фактически. Неважно, развелись вы, не развелись. И где он будет держать свое барахло, это его проблема. Но это все покупала ему я барахло, как вы говорите. О-о, обиделась. Я фигурально. Знаете, за 20 с лишним лет его не так уж мало накопилось. Копить не надо, не надо копить. Купили новую шмотку, старую, в армию спасения, бедным родственникам, просто на помойку. На помойку. Я фигурально. Сейчас. Много воды не давайте, скоро же кормите. Да-да, спасибо. Давайте. Вот так. Ну да. Ну что, маленький, вот молодец. Нет-нет, вы это должны пресечь на корню. Ушел так ушел. И потом, как это вашему новому понравится? Чтобы его предшественник... Нет, он пока остается еще у них там, в семье. И вы это терпите? Кира, вы слышите? Договорились, что уходите от мужа и жен, договорились. Но... Так в чем же дело? Вы свои обещания выполнили, а он что? Никак не решится жене сказать? Ну, согласитесь, что это не так просто после стольких лет. Его дочери столько же лет, сколько ваши. Ну, вы представьте, вот если бы ваш муж вдруг... Ну что? Ну, вчера еще план на отпуск, а сегодня, извини, прощай. У меня есть другая давно. Вы думаете, она не догадывается? Он говорит, что нет. Тогда так ей надо. Если женщина не способна учуять запах другой женщины... А он мне специально покупал точно такие же духи, как ей. Я фигурально. Вот сколько это у вас уже тянется? Тянется. Ой, опять обиделась. Ну хорошо, продолжается. Ну так сколько? Ну уже почти полгода. Да. Если бы мой полгода делился с кем-то своими гормонами. Вы извините, конечно, может быть, это не мое дело, но неужели вы верите, что она не почувствовала охлаждения? Ведь он у вас уже не мальчик, как я поняла. И обслуживать сразу двух. А он очень темпераментный мужчина. С любовницей спустя год, да. А с женой спустя 20 лет. Кира, вы согласны? Да, очевидно. Ну да, вам это еще не знакомо. Поправьте ему шапочку, может, надуть в ушки. Не знаю, Соня, не знаю. По-моему, вы просто неправильно себя позиционируете в отношениях с ним. Я себя никак не позиционирую, я его просто люблю. Вот-вот я об этом говорю. А в отношениях с ними ничего просто быть не может. Особенно в такой ответственной, такой зыбкой фазе. На стадии перехода романа в брак. Один неверный шаг, и переход не состоится. Суворов останется у подножия Альп. Кира, вы согласны? Да-да, конечно. А ноготочки надо обрезать через день-два, он же поцарапает себе личико. Так вот, как всякий революционный процесс, переход количества в качество требует некоторого внешнего усилия. Ничего не понимаю. Какое количество? Какое качество? Ну как вы не понимаете? 6 месяцев он ложился в постель с чужой женой. И вставал из постели чужой жены, и уезжал к своей жене. Но в какой-то момент, в какой-то день он должен лечь и больше не встать. Я фигурально, в смысле никуда не уезжать. Так вот, этот момент сам по себе никогда не наступит. А если наступит, то через 100 лет. Вы можете ждать 100 лет? Вот то-то же. Поэтому его надо организовать, подготовить ситуацию, спровоцировать, если хотите. Ужасно. Вот все, что вы говорите, просто ужасно. Оставаться одной в смятой постели и не знать, когда он сможет вырваться и насколько. И видеть, как он украдкой смотрит на часы. И слышит, как он
Врет по телефону жене, что завещание никогда не закончится. Это не ужасно? Кира, я права. Да, дорогой. Скоро. Скоро, уже скоро. Как только Капа подъедет. Да, она звонила, уже в дороге. Нет, если ты так голоден, не жди. Там в холодильнике. Да? Мне тоже очень приятно. Я тоже очень люблю есть с тобой. Ну, тогда жди. Ничего не может без меня даже поесть. Будет умирать с голоду рядом с полным холодильником и ждать, когда я приеду и подам. Ну, это, наверное, очень приятно. А у вас тоже так? Нет. У нас, представьте, совершенно все наоборот. Покупает еду, сам готовит, накрывает на стол. Может, еще и посуду моет? Да, моет. Но если никуда не спешит. Надо же, повезло вам. Но боюсь, это он так, пока в любовниках ходит. А потом... Ну, почему вы так думаете? Мой первый год тоже все сам подавал. Но постепенно... Люди все разные. Люди, может быть, а мужчины все одинаковые. Правда, Кира? Да, Лилечка? Привет. Нет, я у дочки. Вернее, в сквере. Тут неподалеку. А я каждое воскресенье отпускаю ее дух перевести. Да нет, я не скучаю, я не одна тут такая. Да, точно, воскресные бабушки, ясно, кто мы такие. Нет, нет, ты обязательно приезжай, я к вечеру буду. Ну, что будем делать? Бабушка по воскресеньям, любовница по будням. Ситуацию надо разруливать, как говорит моя дочь. Легка на помине. Да, доченька? Хорошо, иду. Ну все, приехала уже. Ну что, до следующего воскресенья? Значит так, если ваш Ромео не сподобится за следующую неделю, мы займемся вашим испытанием. Курс лекций. Как за 12 дней сделать из любовника мужа. Ключевое слово здесь – сделать. Почему за 12? Господь Вселенную за сколько сотворил? За 6 дней. Но сотворить тверди, суши и воздух – это чепуха по сравнению с нашей задачей. Он работал на пустом месте, ему никто не мешал. А сделать из любовника мужа раза в 2 труднее. Кира? Да? Вы помните название витаминов? Витавит. И только перед первым кормлением. Витавит. Господи, мало мне мужа и дочери еще и вас жизни учить. Правда, моя ласточка? Правда, моя внученька? Правда, мое солнышко? Пока. Нет, ну в каком положении я нахожусь? Ты об этом подумал? Перед кем? Перед всеми. Перед моей дочерью. Перед моим мужем. Но я же с вами все про нас рассказала. Сказала, что мы хотим пожениться. Миша, значит, собрал вещи, уехал к маме. Ирка перебралась к свекрови. Хотя ей это просто как острый нож. Да и на работе тоже все знают, что мы... Знают? Тёма, ты не человек-невидимка. Тебя знают все. И как бы мы ни делали вид, что мы на «вы», все прекрасно видят. Да, конечно. Я согласен. Но, видишь ли, мясо горит, извини. Только отойдёшь на минуту, и вот. Тёма, какое мясо? Вот что ты сейчас придумал? Я ничего не придумал. Это жизнь придумывает. Жена ногу сломала. Ходит на гипсе в костылях. В смысле, на костылях, в гипсе. Ну, как я и в этом состоянии скажу, что я от нее ухожу? Ну, просто язык не поворачивается. Согласись, это было бы жестоко. Что ты молчишь? Давай, ешь, а то остынет. А потом подумаем, что делать.
Ты что? Сонь, ты зря. Мясо такое вкусное. Я старался. Соня. Ой, извини. Алена, да? Нет, я у главного. Не могу говорить, потом перезвоню. Неудобно. Хорошо, передам. Ну, извини. Я теперь главный? Ну, конечно. В каком-то смысле. В прошлый раз я была замом. Расту? Ну, Соль, ну. Тебе не надоело лгать? Ну, ведь это унизительно. Но я же не говорю, что не скажу ей никогда. Просто сейчас, когда такая ситуация, когда она... А когда я? А что ты? Когда я должна лечь на обследование? Ты на обследование? Что случилось? Нет, ну, как-то странно. Только что была живая, здоровая. А совершенно здоровых среди живых нет. А что случилось? Ничего. Просто я разрушила свою семью ради того, чтобы быть свободной для тебя. А тебе, оказывается, это совсем... Ну... Соня! Да нет, ну я пыталась его как-то подтолкнуть. Но я боюсь, что я не преуспела. А чем? Я сказала ему, что мне нужно пройти обследование, что, вероятно, я лягу в больницу. Вы с ума сошли, нашли чем завлечь. Нет, его жена просто сломала ногу. И я решила, вот как-то для симметрии. А в любовном треугольнике симметрии не бывает. Он неравнобедренный, бедра разные. К тому же, дорогая, любовницы не болеют, болеют жены. Нет, ну если действительно она... Ничего, потерпите. Потом отыграетесь. В каком смысле? Кира, по-моему, это ваш. А? Да-да, иду. Костик! Костик! Тихо, тихо, тихо. Костик! Нельзя бить на жалость. Жалеют своих, а вы еще чужая. Словом так, слушайте и запоминайте. Во-первых, никогда не заговаривайте о своих проблемах. У вас их нет. Вы беспроблемная женщина. Вы можете болеть, умирать, вас выселяют из квартиры, выгоняют с работы. Ничего этого нет. Это у других женщин есть. У мамы, жены, дочери, а у вас нет. Вы сон, вы сбывшаяся мечта, адское везение. Запомнили? А... Так, теперь во-вторых. Если он вам что-то дарит, он дарит? Понятно. Не огорчайтесь, все мужчины жмоты. Но если все же он на что-то решится, упрекайте его в расточительстве, даже если он тратит копейки. Вы скромная женщина, мечта скупердяя. Но сами дарите дорогие подарки. И не то, что ему нужно, для этого у него есть родственники, а нечто такое, что он сам себе никогда не подарит. Но это все же... В-третьих, хорошо. Подробно расспрашивайте его о делах. Делайте вид, что вникаете,
А главное, давайте советы. Но он вполне Господи, может... Господи, советы дают не для того, чтобы им следовали. Угу. Если бы все делали то, что им советуют, человечество давно бы вымерло. Четвертое, не давайте ему готовить. Готовьте сами. Узнайте, чем его почуют дома и все другое. Но ведь не перебивайте, а то собьюсь. Угу. Пятых, никогда не говорите ему, что он умный, это он слышит на работе и дома. Говорите, что он красивый и кудрявый. Жена ему просветла от облысения, а вы, как вы любите его волосы, если они, конечно, еще где-то остались. Нет, он как раз... Прекрасно. Теперь главное, внимание. Постарайтесь быть нескромной в постели. Максимально нескромной. Как это? Делайте вид, что он доводит вас до исступления. Ну, неважно. Ключевое слово здесь – делать вид. Он должен почувствовать себя сексуальным террористом при минимальных энергетических затратах. Ему ведь, небось… Около 50. О том и речь. Постоянно говорите ему, что такого мужчины у вас еще не было, что он лучший в вашей жизни. Он возбудится от гордости и от ревности и станет вас спрашивать, а сколько у вас было мужчин до него. А это... Не отвечайте. Загадочно улыбайтесь. Если уж очень пристанет, скажите, прижавшись, что, конечно, он не первый, но вы надеетесь, что последний. Слово «надеяться» здесь ключевое, оно не позволит ему расслабиться. Как только он представит, что эта удивительная женщина может достаться другому, и этому другому она будет говорить и делать то, что сейчас говорит, и делает ему все. Он воск. Можете лепить из него все, что угодно. Кира, вы согласны? А? Кирочка, да, ребенок должен спать без подушки, по крайней мере, до года. Подумайте о его осанке в будущем. Но главное – это одежда. А что одежда? Вы ее как? На стул, небось, вешаете, когда, ну, вы понимаете… Тихо-тихо. Ну, естественно. Ага. Складочка к складочке, аккуратненько, чтобы не помялась. Ну да. Но разве так отдаются любимому? Одежду надо не снимать, а срывать. С себя и с него. Порыви неудержимой страсти. Ключевое слово здесь неудержимый. На пол, на потолок, не глядя, сию секунду, немедленно. Это понятно? Нет. Плохо. На стул он дома вешает женой. А вы должны предложить ему то, чего дома он не имеет. Страсть, безрассудство, разнузданность, если хотите. Я не хочу разнузданности. Вы знаете, сколько мне лет? Я знаю, вы лет на 7 моложе меня. На 8. Тем более, и собраться с силами для решающего, последнего рывка. Куда рывка? В ЗАГС куда? А потом можете хоть каждую ночь плохо себя чувствовать. Алла, вы так циничны. Я не цинична, а прагматична. Вы решите, чего вы хотите. Тайно любить и явно страдать. Или жить нормальной жизнью. Но разве любить это не нормально? Так, как вы, конечно. От такой любви инсульты, седые волосы и одинокая старость. А от нормальной – дети и внуки. Правда, Дашенька? Правда, моя солнышко? Завоевать мужчину – это половина дела, даже меньше половины. Гораздо труднее удержать завоеванное. Соблазнение – процесс короткий, месяц, полгода, год. И на это время можно собраться, спрятать самое плохое в своем характере, демонстрируя только лучшие свои качества. Но совместная жизнь – это годы, если повезет десятилетие. Здесь маленькие тактические хитрости не помогут. Здесь нужны тектонические изменения в своем характере. Но 20 лет я уже тектонически изменялась. Сколько можно? Это не в счет. Это было с другим мужчиной. Ну что ж, по-вашему, с каждым с нуля? Конечно. В этом и прелесть новых браков. Вы, как змея, сбрасываете с себя старую кожу. И все сначала. Вы снова молоды. И у вас все впереди. С ума сойти. Вы знаете, Алла, вам бы книги сочинять. Знаю. Но мне некогда этим заниматься. Но вы же не работаете. Вот поэтому и нет. А вы уже уходите? Да, нам пора. Если Костик снова будет плакать, помассируйте ему животик, как я вам показывала, и дайте отвар ромашки. Кажется, вы его перекормили. Соня, вы все запомнили? Чего не перепутаете, лучше запишите. Так, в следующее воскресенье доложите о результате. Thank you.
ты что здесь делаешь? Вот с Тошкой гуляю. Воскресенье. А ты не на рыбалке, не на охоте, не на гольфе, а как простой смертный с простыми бабушками и дедушками, а? Да? Конец света. А ты что, ничего не знаешь? М? Знаю. Вся страна уже знает. Знаешь, я скажу тебе честно. Если бы я была на месте Маши, я бы давно уже от тебя ушла. Она просто очень терпеливая женщина. Да чего она такого терпела-то, а? Баб твоих бесконечных. А главное, кому? Кому ушла-то? Ну ладно, я понял бы, если бы к какому-нибудь красавцу, лет на 10 моложе. А тут, к старикашке, ниже ее на голову. Ну ничего, зато у него нефтяные башни высокие, компенсируют. Вот это для вас неоспоримый аргумент. Ты знаешь... Я бы ушла от тебя кому угодно, даже к инопланетянину. Лишь бы только не видеть эти постоянные унижения. Ведь ты же наглец. Ты даже приводил их в дом, не стеснял. На дачу. На дачу. Какая разница? Большая. На даче полно народу, не так заметно. Ты циник, Стас. И по делам тебе. Если бы Тёма вел себя так нагло, где бы он сейчас был? Да ему-то зачем? При такой-то жене. Ой, да ладно тебе. Маша намного лучше меня и красивее. А он этот Машкин бойфренд. На сморщенную обезьянку похож. И керосин, небось, от него воняет. Дурак ты, Стас. Я не понимаю, что это твои поклонницы считают тебя таким умным, а? Они видят мою суть, а ты оболочку. Ну ладно, все. Сними ее. Замерзну. Кланяйся Тёмке, а мне надо догуливать Тошку. Слушай, неужели ее некому выгуливать, кроме тебя? А она ни с кем больше не желает, паршивка. Привыкла с Машей? Я тут как-то поручил ее выгулить одной. Одной коллеге. Так она, знаешь, что сделала, а? Угу. Покрутилась минуты две и назад домой. А в кабинет лужу наделала. В воспитательных целях. Ну, как тебе эта тварь, а? Коллега? Тошка. Ну что, пойдем, Макаренко лохматый. Такого мужчины еще не было. У меня такого мужчины... Прости, вода шумела. Ты что-то сказала? Да. Это было у меня такого мужчины. Еще не было. А какие были? Да разные. Разные? Ага. Много? Ну, не стесняйся, рассказывай. Зачем? Ну, это так будоражит, подстегивает. Тебя не надо подстегивать. Ты и так всегда такой взбудораженный. Ты удивительный мужчина. Я это говорила уже? Говори, говори. Хотела сказать, что... Да. А, нет. А, ну а я-то что могу сделать? Нет, совершенно неудобно. Да, я не одна. А ты что, их собираешься на лестнице переодевать? Хорошо, я сейчас их вынесу к лифту. Прости, пожалуйста, этой Мишкой я должна вынести ему брюки. Представляешь, дело в том, что своим порвал по дороге, а очень далеко домой, а он близко. Буквально одну минуту. Подожди меня. Почему я не могу войти? Я, между прочим, тут еще прописан. Потому что я не хочу, чтобы он тебя видел в таком виде. А он в каком виде? В нормальном. Да? Слушай, давай быстрее. Ну, надо же. Обычно любовника прячут от мужа. А тут все наоборот. Мужа от любовника. Ничего не наоборот. Бывшего мужа от будущего. Что это? А, гвоздь здоровый был. Ну, так надо йодом смазать. Да ладно, вечером смажу.
Ну каким вечером? Надо сейчас, может быть заражение. Не одевай. Я сейчас, я заеду. О, это очень круто. Ладно, заходи. Ну подожди, одевай штаны, нужно же рану обработать. Сёмочка, извини. Не помешал? Ничего, что я без галстука. Познакомьтесь, пожалуйста, Михаил, Артём. Ну, не могу сказать, очень приятно. Да уж. Ну, я за йодом, нужно обработать рану. Извини. Ну, вы знаете, что у нее диабет? Нет. Ей каждый день нужно делать уколы. Да. Она не говорила вам. Не хотела вас огорчать. А вы умеете делать уколы? Нет. Тогда, в отличие от нее, я должен вас огорчить. Вам придется научиться. И каждый вечер перед сном, вместо того, на что вы рассчитываете. Откуда вы знаете, на что я рассчитываю? Может, нам вообще не нужно вот то, на что вы намекаете? Да? Да. А меня фактически выгнала для того, чтобы вы ей стихи в постели читали. Почему нет? И для этого нужно снимать брюки. Я все рассыпала. Ну, когда торопишься, вечно так. А чего ты торопишься? Я все равно на встречу опоздал. Можно чайку попить, не торопясь. Ай, больно. Нарочно, да? Так, все, одевай штаны, поезжай на свою встречу. Извини. Все так глупо получилось. А что, у тебя правда диабет? Какой диабет? Ну, он сказал, что у тебя диабет, тебе надо каждый день колоться. Это он так сказал? А что, нет? Нет. Ну, ты не обращай внимания. Ну, у него такое странное чувство юмора. А, это юмор? Ну, да. Ну, еще. Желание напугать тебя. Чего мне бояться? Ну, как? Больная жена вместо здоровой любовницы. Так что, чаю не дадут? Нет. После 20 лет пожалеть стакан чая. Поняли, что вас ждет? Не обижайте ее. Ну, дурацкая ситуация. Главное, когда он здесь жил, вы ни разу не встречались, а тут… Ладно. Мне тоже пора. А ты же говорил, что ты не спешишь. Я вспомнил. У меня в редакции одно дело. Значит, ты все-таки напугался. Чего? Ну, не знаю, чего-то. Но ты завтра придешь? Постараюсь. Ну, ты даже не узнал, сколько их было. Кого? Уже забыл? А, ну одного я уже видел. На сегодня с меня хватит. Так он ревнует. Но это же прекрасно. Ревность – это двигатель любовного прогресса. Это такой крючок, на который можно поймать любого мужчину. Нет, вы поймите, пока я жила с Мишей, они ни разу не пересеклись. А теперь, когда я свободна, на тебе. Ну и развивайте успех. Какой успех? Что развивать? Позовите вашего мужа опять. Уже специально. Пусть ваш голубок забеспокоится. Пусть ночью, лежа рядом с женой, он думает, что и с вами рядом в это время. А что? Вы не разведены. В квартире он прописан. Может быть, вам так понравилось спать с двумя? Алла. Что одного вам? Мало. Алла, ну вы вообще. Ну Бог знает, что вы говорите. Я говорю реальные вещи. Он-то мог все это время спать с двумя женщинами. Чем вы хуже? Нет. С тех пор, как мы вместе, он с женой нет. Угу. Он так сказал? Да. Он говорит,
Но она вообще прикипна. А вы поверили? А зачем ему брать? А зачем все мужчины врут? Или по необходимости, или так на всякий случай. А вы знаете, как они называют это? Когда придят любовницы, они усыпляют нашу бдительность исполнением супружеских обязанностей. Он не говорил вам? Контрольный выстрел. Нет-нет, он не стал бы мне врать. Врать может быть, но не сказать правду. Но это же одно и то же. Нет, это разные вещи. Не сказать правду – это акт милосердия. А соврать – это акт художественного творчества. Скажите, Алла, ну вы только не обижайтесь, ладно? Ладно, ладно. Ну вот откуда вы это все знаете? Про мужчин вообще? Я так поняла, что у вас был один муж. А вас послушать, так у вас их было. Иногда жизнь с одним может научить гораздо большему, чем с несколькими. А что, он у вас какой-то... Да, красивый. Очень известный. Не очень умный, очень бабник. Ну, тем не менее, он же вас не бросил? И не бросит. Потому что он... Нет, поленности и трусости. В общем, Соня, когда ваш пожилой Ромео снова придет, пусть обнаружит следы пребывания вашего мужа. Какие следы? Любые. Зубная щетка еще влажная, бритва в ванной, вторая чашка на кухне с остатками кофе. Но это нечестно. А морочить вам голову столько времени, честно? Если бы прямо сказал, нет, я уйти из семьи не могу, это было бы честно. А он что? Вот-вот-вот, скоро-скоро, буквально на днях, как только жена поправится, сразу скажу, так ведь? Ну, примерно так. Так кто нечестен? Ну, скажите, Кира. Вы в покер играете? Нет. Жаль. А блефовать умеете? Не знаю. Не пробовала. Господи, как же вы умудрились даже и до ваших лет. Странно даже. Хорошо, попробуем вот что. Скажите, что вы передумали выходить за него. Что вы уже привыкли. Что вам уже даже нравится так. Никаких обязательств. Личная свобода. И если уметь ею правильно пользоваться, ключевое слово здесь – пользоваться. Мысль понятна? Да. Но я не знаю, как-то это… Обманом счастья вряд ли можно добиться. Счастья не знаю, никогда не пробовала. А мужа запросто. На силу вырвался. Главный замучил. А этому показали, а с этим согласовали, а у этого завизировали. О, перестраховщики. Иди ко мне, завизируй нашу встречу. Ты голоден? Есть будешь? Да, и много. Ну, иди мой руки. Что это там за бритва? Где? На раковине. А, это я убирала и нашла. Наверное, Миша оставил. Но она влажная. Ею недавно пользовались. Да? Я, наверное, облила. Садись. Ты стала пить кофе? Врач же не велел. Я не пью. А это чей? А, это я за завтраком, чуть-чуть, для запаха, как раньше. За завтраком? Ну да, не успела вымыть. Но чашка-то теплая. Правда? Да. Странно. Очень. Чашка теплая, бритва влажная, тапочки не на месте, и ты какая-то. Какая? Виноватая. Тебе показалось. Во-во-во-во-во, ты покраснела. Ну так жарко, плита.
Соня, что происходит? А что происходит? Нет, это я спрашиваю, что происходит. Я первый спросил, что происходит? Ничего не происходит, к сожалению. Нет, я не об этом. У тебя кто-то был? Да. Соседка. Соседка не бреется. Это опять твой бывший заходил? Наверное, Тёма, опять штаны менял. Может, Тёма, он и ночевал здесь? Я не понимаю, что это за допрос? Нет, ты не увиливай, ты не... А почему тебя должно волновать, кто у меня бывает? Ты прискачешь на несколько часов, и то не каждый день. А я что, должна сидеть и ждать тебя? Погоди, погоди. Это что-то новое? Нет, это не новое. Это все очень старое. Новое ты мне только обещаешь. Но это же как мираж в пустыне, который удаляется по мере приближения. И если ты решил не переезжать ко мне, то так и скажи. Соня! А тогда тебя не должно волновать, кто у меня бывает. Потому что я у тебя не спрашиваю, пьет твоя жена утром кофе или нет. Соня, Соня, остынь. Что это вдруг? Мы же все решили. Я не знаю, что решил ты, а я точно решила выйти из монастыря. Полгода жила, ни с кем не виделась, ни с кем не встречалась, думала, а вдруг он придет, меня нет. Ну я же... Все, Тёма, все. Я снова свободная женщина, постриг закончен. Да погоди ты, свободная женщина. Я тебе все собираюсь рассказать, ты меня сбиваешь. Я же в понедельник все рассказываю жене. Ну что ты на меня так смотришь? Почему понедельник? Она что, в музее работает? При чем здесь музей? Потому что в музее в понедельник выходной. В понедельник ей гипс снимают. А, и ты сразу хочешь ей вот это? Ну да. А сколько можно, я столько времени из-за этого гипса потерял. А теперь можно. Я на этом не настаиваю. Тем более, я уже к этому ко всему привыкла. Ты, может быть, а я нет. Ну, может, так действительно лучше. Никаких обязательств. Мы оба свободны. Зачем тебе свобода? От кого? Ну, как там в Кармен? Любовь свободна, жизнь чаруя законно всех, она сильней, падам-бадам. Соня! Что? Ничего! Чтоб к понедельнику никаких бритв, щеток, никаких брюк, чтоб духу его здесь не было! Опаздывает наша подруга, опаздывает. Небось, дожимает красавчика. Если ничего не забыла и не спутает, никуда ему не денется. Ой, вам бы тоже, дорогая моя, пора уж. Вас устраивает роль матери-одиночки, я понимаю. Это сейчас не ах, какой ужас, это даже модно стало. Эмансипация. Но ведь это пройдет, как всякая мода. Поверьте мне, и с чем вы останетесь? А где третья подруга? Она личную жизнь устраивает. Здравствуйте. А я видел, муж есть. Да, бывает. Муж есть, а личной жизни нет. У вас не так? Не так. Совсем не так. Муж есть, все есть. А дети есть у вас? Есть, есть. Да, много? Мало. Четыре. Четыре – это мало? У старшей жена шесть. Шесть? Слушайте, у нас только в целом подъезде. Вы представляете, гуляем мы тут с вами, а у каждой по шесть колясочек. Из декрета в декрет. Это даже если по полтора года на каждый. Институт можно закончить, аспирантуру. Слушайте, вы бесстрашные женщины. Вы что, не думаете о последствиях? Зачем думать? Муж думать. Поехали, что ли, к ним, а? Тут не только за себя и за дочь, еще и за мужа думаешь с утра до вечера. А там жен несколько, всегда можно свалить на других. Просто общество с ограниченной ответственностью. А, подруг идет он, веселый, а? Ну, значит, все, дожало его. Он, небось, домой едет мучиться, слова подбирает, как обрадовать жену. А нам говорить ничего не надо, мы их мысли подлые чуем за несколько дней, как птицы землетрясения. Я не знаю, как ваш муж, а мой – это открытая книга с крупным шрифтом. Издалека читать можно. Ну что? Понедельник.
переедет к вам? Нет, расскажет все жене. Но это же завтра. Да. Колоссально. Теперь вы видите, что значит действовать по науке. Ну, я не знаю, странная это ваша наука. Нет, древнее искусство обольщения столько же лет, сколько человечеству. Начиная от Евы и Адама. Но только Еве было легче. Адам любил яблоки и не имел жены. Ну, ладно, поздравляю. На свадьбу позовете? Ну, я не знаю. Ну, свадьба в нашем возрасте это... Ну, надо же посмотреть на этого счастливчика. Такую женщину отхватил. Вы его сегодня увидите. Он обещал заехать. Дело в том, что мы собираемся поехать выбрать кольца. Да, но он же еще не развелся. Он говорит, это не проблема. У них взрослая дочь, квартиру он оставляет жене, деньги тоже, так что... Вот он. Так это твоя жена? Так это ты. О, Господи. Кирочка, вы опять перехутали Костика. Перегреб ребенка, это хуже, чем переохлаждение. Да-да, извините. Так это... У меня, значит, нога сломана. Аллочка. Значит, я пригидна, и ты со мной не спишь? Нет, я... А вы способная ученица, на все способная. Но я не знала, клянусь вам. А если бы знали? Ну что, вы никогда. Да? Вы такая благородная? Хоть один раз для разнообразия с благородной спутался. А то, знаете, обычно у него... Алла. Я не могла даже подумать. Да? Он что, ни разу не назвал имя своей жены? Нет, он говорил Алена, но я не думала. Никогда не говорил, что дочка живет тут рядом, где мы с вами гуляем? Нет, нет. Он не говорил, что у него внучка? Нет, он говорил, и что дочка и внучка. Ну, мало ли у кого дочка и внучка. Но вы же сами ни разу не назвали имя своего мужа. Вы же не говорили о том, что он известный журналист. Вы просто говорили, что он бабник, и что он от вас никогда не уйдет. А я-то перед собой видела совершенно другого человека, который при мне не смотрел ни на одну женщину и который все-таки решился уйти от жены. Ну как я могла подумать, что мы с вами говорим об одном и том же человеке? Как? Ладно, забирайте его, я даже рада. Я поживу немного для себя. Забирайте, забирайте и берите. Но только учтите, когда вы поймете, что то, что вы видите, это красивый фантик, а то, что внутри, совсем не так сладко. Когда вы в этом убедитесь, я назад его у вас не возьму. Билет, милочка, только в одну сторону. Ну, Алена! Папа, слушай! Алена! Подожди! Ты все время врал мне? Весь год? Да нет. Во всем? Что ты не живешь с женой, что она тяжело больна, что вас ничего не связывает? Да, давно уже, кроме штампа в паспорте. А дочка? А внучка? А то, что она ради тебя бросила работу, это ничего не связывает? Ну, сначала, конечно, связывала, но потом, со временем... Значит, со мной со временем... Сонечка, ничего не бывает вечного. Сама жизнь конечна. Да-да, конечно. Ну и закончим это. Соня. Ты никогда бы от нее не ушел. Ты бы завтра что-нибудь придумал. Что она упала, потеряла сознание, что-то в этом духе. Перестань. Потому что я для тебя удобна, как любовница. Нет никаких обязательств, одни удовольствия. А детьми и внуками пусть занимаются жены. Соня, что ты несешь? Все. Не звони мне больше. Соня. Никогда. Соня. Ты слышал? Не звони, не приходи. Зачем переживаешь? Не надо.
покричат, пошумят и снова обратно. Угу. Эй, женщин без мужчина плохо. Иди домой и приласкай. А потом другая приласкай. И все довольны будут. Огромное спасибо за совет. Простите, я вас не отвлекаю. Доча, привет, это я. Слушай, тут такое дело. Сейчас, значит, придет мама, начнет что-то говорить. Дело не в том, что поссорились. Это все, вот все, что она будет говорить, дели на два, а лучше на четыре. А я тебе потом позвоню, все объясню. Нет, дочь, я тебя не пугаю. Я просто хочу упредить, чтобы ты сама не испугалась раньше времени. Пришла, да? Ага. Ну все, пока, я тебе не звонил. Привет, наследник. А где Соня? Обещала рубашку принести. Что? Что с вами, коллега? Ничего, голова болит. То ли еще будет. Роковая страсть в нашем возрасте. Гипертония, инсульт. Кстати, а Соня не любит болеющих мужчин, учтите. Сиделка из нее никудышная. Я, когда болел, к маме уезжал. А если с вами что-нибудь посерьезнее случится, не дай бог. Или дай бог. Да, похоже, вы влипли последователь. А странно, что Соня вас не предупредила. Мне она сразу сказала, как только я ей сделал предложение. Так что я знал, на что иду, в отличие от вас. Или вы уже не идете? У вас такой вид, будто вы не туда, а уже обратно. Нет? Ну ладно, если увидите Соню, скажете, что мне нужен срочно синий костюм, у нас конференция. Я звонил, звонил, она не отвечает. Слушайте, а вы часом не поссорились? Она не отвечает, вы не отвечаете. Я тебе сказала не приходить. Зачем ты пришел? Твой бывший просил передать, что ему срочно нужен костюм, а ты не отвечал. А ты за этим пришел? Нет, я... Все это ужасно, конечно, вот все, что случилось. Но знаешь, как ни странно, может, это и к лучшему, чем выяснять с ней отношения. Ведь ты знаешь, теперь с ней договариваться по-хорошему. Меня не интересуют твои отношения с твоей женой. Избавь. А их нет отношений. Ты же слышала. Да? Мне тебя очень жаль. Тебе не повезло дважды, потому что со мной у тебя их тоже нет. Уходи, я хочу отдохнуть. Соня, умоляю, выслушай меня.
завтра все это будет выглядеть по-другому, поверь мне. Завтра не будет. Уходи. Я хочу отдохнуть. Соня. Тебе не идет быть жалким. Принес ключи. Зачем? Они тебе больше не понадобятся. Ты здесь больше не живешь. Алён, давай сядем, поговорим. Завтра. Что завтра? Поговорим. Завтра понедельник? Ну. Ты же обещал ей поговорить со мной. Понедельник. Если, конечно, не обманывал ее. В очередной раз. Но я уже здесь, сегодня. Ты хочешь обрадовать меня на день раньше? Хочешь сказать мне спасибо и сделать ручкой? Да нет, ну… Ну а что? А что ты хотел бы сказать мне завтра? Что ты полюбил другую? Что она моложе меня и покладистее? А знаешь, что я сказала бы тебе в ответ? Ну? Нет, не угадал. И не стала бы умолять тебя остаться. Ты бы услышал вздох облегчения и прощай! Как же мы любим обманываться, но мы не любим узнавать об этом. Мы не любим публичных унижений, особенно при посторонних. Алён, пожалуйста, положи сюда ключи и уходи. Ключи, уходи. Ключи. Ключи. Вы еще здесь? Дочку хотел увидеть. Придет? Нет, не сможет. Ребенка кормит. Да, это надолго. А вы не помогли бы мне пока довести коляску? Колесо стало слетать, боюсь, не доеду. Это рядом, вон тот дом. Да, конечно. А я не очень нарушаю ваши планы. Нарушить можно только то, что есть. Я! Кто еще? Да не знаю. Голос что-то сел. Может, пил, может, пел. Откуда я знаю? Где, где? Не знаю где. Где-то... С кем, с кем? Я что-то не помню с кем. Ну, с кем-то... Ну, ладно, Вера, что ты... Мой редактор или духовник? Почему я должен перед тобой исповедоваться? Это моя частная жизнь, личная, privacy.
А вот и не с Аллой. Потому что Алла – это семейная жизнь. А это какая-то... Ну, какая тебе разница, как ее зовут? Может, вообще это не она, а он? Может, я с приятелем расслаблялся? Да, так, теперь так. В редакцию? Нет, в редакцию не смогу. Потому не в чем. Вчера был костюм, а сегодня нет. Не знаю. Ну, правда, не знаю, почему. Ну, Вера, ну как я тебе могу что-то объяснить, когда я сам ничего не понимаю? Ну вот, когда пойму, я тебе позвоню. Все, пока. Доброе утро. А вернее, день. А чё такой грустный? Вчера был такой веселый. Пел. И даже танцевать пытался. А сейчас? Пел? Угу. Старинные романсы. Кстати, у тебя очень неплохой голос. Да? Угу. А где мой костюм и рубашка? Чистки. Зачем? Они чистые. Были. А вино красное. Не может быть. Я вообще не пью красное вино. А ты его не пил. Ты его лил на себя. А лил-то зачем? Не знаю. Чтобы не пить, наверное. Господи, жуть какая. Ничего не помню. Как? Совсем ничего? Ну, так, что-то помню. Что помог донести коляску. Угу. Потом первый тост за то, чтобы все плохое осталось в прошлом. Второй тост за будущее а дальше мрак. Потом за встречу. Так. Потом за мои глаза. А потом все ниже и ниже. Да. Да. А потом? Да! Да ты у меня просто гигант! Правда? Что? В конце концов... Погоди, а ведь был еще ребенок. Его папа забрал, гулять пошел. А у него папа есть? А как же ты, мы, как это все? Это не его папа, это мой папа. А его где? А его папа с нами не живет. Костюм будет готов через 2 часа, пока прими душ, позавтракай. Кофе в термосе. Я на работу и обратно как раз через 2 часа вместе с костюмом. Ой, мне еще статью в номер сдавать. Пожалуйста, компьютер, интернет. Садись, работай. Ну. Я вернусь, и мы поговорим с тобой о нашей жизни. Нашей? Да. Ты мне сделал предложение, и я его приняла.
Я? Когда? Ночью, около 3. Не может быть. Я женат. Был. Тебя выгнали из дому. А туда тебя больше не пустят. Так что... Да все будет хорошо. Содержать меня не надо. Я моложе тебя на много лет и всегда буду моложе. Ну что ты? Ну что тут думать? Если придет папа, его зовут Виктор Степанович, сына зовут Костик. Привыкай. Алло, Соня, это Алла. Вы извините, что я звоню вам после всего. Я понимаю, что вы чувствуете, но поверьте, что я тоже не пылаю к вам любовью. В конце концов, мужа это я потеряла, а не вы. Вы только любовник, а это, согласитесь, разные потери. Ну, еще неизвестно, чья больше. Ну, хорошо, это сейчас, в конце концов. Я звоню не поэтому. Мне надо найти Тёму. Его тут по работе разыскивают. Вы не знаете, где он? Ну тогда, если он придет или позвонит, скажите ему, что... Неужели вы думаете, что после всего того, что произошло, я буду с ним разговаривать? Ну, погодите, погодите. Ну, мы же всегда так. Сначала нет ни за что, и даже дверь не открою, не пытайся. А потом стоим и прислушиваемся. Вдруг знакомые шаги. Вот вы и прислушиваетесь. Да ко мне-то уж он точно не придет, скорее к вам. Поэтому, если он все же появится, вы не гоните его сразу. Ему сейчас... Некуда деться, и его может вполне подобрать какая-нибудь. Он лакомая добыча, известно, интересно и зарабатывает. А если она еще молодая? Его в последнее время тянет на молоденьких. Видимо, возраст такой. Нет, я не вас имею в виду, извините уж, конечно. Хотя, по сравнению со мной... Не перебедняйтесь, не такая уж большая разница. Да что вы! 8 лет в нашем возрастном диапазоне – это огромная разница, огромная. Это как на севере, каждый год за 3. Словом, Соня, давайте будем к нему снисходительны, что ли. А где он сейчас, как вы думаете? Не знаю. Он звонил откуда-то. Странный такой. Не то возбужденный, не то подавленный. Попросил одежду принести. Вас тоже? И вы что? Я тоже сгоряча. Но знаете, раз он говорил про сквер, может быть, он правда где-то неподалеку, а? Может быть, в милиции? Стесняется сказать? Напился с горя, буянил. А я-то не сообразила. Мы же как? Сначала обидеться надо обязательно, а уже подумать потом. Ну, может, тогда действительно вы бы отвезли ему одежду? Я? Нет. Нет? Потому что хватит, что я Мишу снабжаю по этой части. Словно я маркетанка какая-то. Увольте. Ну, и я тоже. Не повезу. Ладно, счастливо вам. У нас теперь с вами одно счастье.
Наш муж так нет. Говорит, сил беречь надо. Мужской сил мало. Дефицит. Каждой жене немного. В конце недели совсем плохо. Лежит, да. Значит, кто тебя раздел? Костюм готов. Пошли. Боже, ты с ней? Вы, оказывается, мародерка. Хватаете то, что плохо лежит? Потихоньку, тихой саплей воспользовались моими уроками. Кому нужны ваши уроки? Это вчерашний день, все эти ваши соблазны. Все давно уже проще. Девушки. Кого? У современных женщин. А зачем вам мужчины, если вы такая современная? Ну что ж, как вы любите говорить, Алла, слушайте, запоминайте, а лучше запишите. Муж для статуса, для выхода в свет, для защиты от начальников, чтоб под юбку не лезли. А отец ребенка для продолжения рода. А у вас что? Это разные люди? Конечно, это разные функции. Отец ребенка должен быть молодым, здоровым, не пьющим, не курящим, с хорошей генетикой, и от него требуется только одно и один раз. А муж должен быть старше, состоятельным и состоявшимся. А где вы видели состоявшегося и здорового? Кто не пьет, карьеры не сделает. А если ребенок потом спросит, где мой папа? Пожалуйста, вот твой папа. Портрет на стене. Чей портрет? Да ничей. Из журнала. Какая разница? Главное, чтобы красивый и мужественный. Вы чудовище. Вы не женщина. Вы мутант. Мутанты – это вы, ваше поколение. Вы давно выродились, просто не заметили. Все ваши силы и мозги уходят на глупости, на мужчин. Как их соблазнить, как их ублажить, как их удержать. Они пользуются этим и манипулируют вами. А главное – цель-то ничтожна. Вот здесь я с вами совершенно согласна. Боже мой, какой кошмар. Ты идешь? Ну и флаг тебе в руки. Живи, музей археологии. Не понимаю. Мужчина поделить не могут, а? Зачем делить? Зачем на части рвать? Сложить надо. О, мой муж еще три жена. Все мирно живем, о него заботимся. Да, вот, на заработок поехали. Одна осталась там старшая. Мы ей деньги посылать, она в банк класть. Да.
Зачем? Каждая себя. Вместе все. Одна готовит, другая шьет, третья стирает. Никакой ссор. Все дружат, а он доволен. Один день у одна, другой день у другая, а третий день у третья. Да. А потом перерыв, отдых. К врачу сходить надо, давление, таблетки. Нагрузка все же, да? Наш четвертый медсестра укол ему делает. Он как новый, опять молодой. Не понимаю, делить зачем? На, ешь. Здравствуйте. Простите, вы не видели? Я не видела. Как не позвоню, абонент недоступен. Говорят, временно, получается постоянно. Обычно она с Катей в это время здесь гуляет. Ладно, тогда пойду. До свидания. Мужчина, может, вы поможете мне довести коляску до дома? У нее скоро колесо отвалится. Да, конечно. Какие проблемы? Здесь рядом, вон в том доме. Кто? Ваш гость, который помог довести коляску. Коляску? Когда? Вчера. Вчера, а сейчас? А сейчас? Ну, сегодня. А что мы делали все это время? Ну, кто что? Вы спали, а я ждал, когда начнет работать транспорт. А до сна? Пели. В основном вы. И почему-то норовили смешать коньяк с шампанским. Какой ужас. Ничего не помню. А где Тёмка-то? В командировке. Как? Я его недавно только видел. Срочно улетел. Поэтому я решила встретиться с тобой. О-о-о! Размечтался. Садись. Кофе, коньяк. А почему альтернатива? Я имею в виду, с чего начнешь? Ну, с вопроса. Чем вызвано такое приглашение, если не… А? У меня к тебе просьба есть необычная. Ты меня интригуешь. Я хочу попросить тебя о том, за что раньше ругала. А за что ты меня ругала-то? За баб твоих. А, ой. За то, что Маша изменял. А теперь я именно об этом хочу тебя попросить. Ты о чем? Не понял. Надо склеить, как вы говорите, одну дамочку. Склеить? А, это, ну, в смысле… У нас ничего не было. Нет, не волнуйтесь.
Не волноваться. Впервые в жизни мной пренебрегают, и не волноваться. Старею. Что вы? Вы вчера прекрасно выглядели. До четвертой. Извините. Да. А, Таня. Да нет, я еще в дороге, я задержусь. Слушай, там должен приехать Карпов из физтеха и подвести документы испытаний. Скажи, пусть подождет. Угу. Физтех? А ты же сказал, что доктор. Ну да. Доктор физико-математических наук. Ой, я вспомнила, наконец, кто ты. Ты бывший муж Сони. Ну, это она так считает, бывший. Нет, она уверена. Это пройдет. И по некоторым косвенным признакам, может быть, очень даже скоро. И что, ты ее простишь? Ее – да, а себя – вряд ли. А ты-то в чем виноват? Ну, в том, что она ушла. От необходимого ведь не уходит. Ну, значит, перестал быть необходимым. Ты не переживай ты так. Может, все к лучшему. Есть другие женщины без заморочек. Без чего? Ну, на жизнь смотрят проще. И все еще может быть очень хорошо. Возможно. Но для начала было бы хорошо, чтобы вам было хорошо. После всего этого. А мне уже лучше. Знаете, я все думала и поняла, что вам надо все же наказать Артема. Но я уже ушла от него. Что же больше? Пришла, ушла. Кому нужны эти хождения по мукам? Это не наказание, когда обоим плохо. Наказание – это когда ему плохо, а вам хорошо. Не понимаю. Вам надо вернуться к Мише. Тогда Артем сразу поймет, что потерял вас навсегда. Миша никогда не простит меня. Фу, фу, отстань. Тошка, не приставай. Какая милая. Или это он? Она. Но ведет себя, как он. Ко всем пристает. Наверное, хозяина. Нет. Хозяин не ко всем. У нас тут днем с собаками только женщины гуляют. Вы первый? Некому, что ли? Теперь некому. Ой, извините, я, наверное... Ничего-ничего. Мы с Тошей уже привыкли. Я теперь жалею, что я с ней не гулял днем. Мы бы с вами намного раньше познакомились, да? Ну, не намного. Я здесь всего 7 месяцев гуляю, и то по воскресеньям, когда няня выходная. 7 месяцев? Угу. Это же 28 воскресенье. Мы много потеряли, да? Давайте знакомиться. Станислав Аркадьевич. Можно просто Стас. Ну, вас вся страна знает, и я очень люблю вашу передачу. Спасибо. Девочка? Мальчик. Симпатичный. Очень похож на маму.
Спасибо. А вы не поможете довести коляску? Колесо спадает. Здесь рядом. Вон тот дом. Да, конечно. А Тоша не будет против? Теперь третье. Ни в коем случае не выясняйте отношений. Кто ушел? Почему не было этого? Вообще. Вышел за газеты и вернулся. Как, через полгода? Неважно. Почта плохо работает. Теперь четвертое. И самое главное. Угу. Да, Капочка. Нет, не звонил. А что-то случилось? Когда? А что он сказал? Куда? А надолго? Даже так? Хорошо, я приду обсудим. Он уехал в командировку на 2 месяца на каком-то научном судне. Миша? При чем тут ваш Миша? Тёма. Выходит, я зря вас учила. Наказывать некого. Ну и хорошо. Я ведь тоже виновата в том, что случилось. Да, дорогая. Не без вашего участия вся эта история закрутилась. Но вы ведь мне поможете вернуть Мишу? А вы мне? А вы тоже хотите вернуть мужа? Я прожила с ним 25 лет. Не полгода, как вы. И не ночь, как она. А четверть века. И то, что вы в нем видели, то, что всем вам так в нем нравилось, это создала из него я. И мне не безразлично, что с ним станет на 26-м году. Зачем же вы его тогда выгоняли? Я его выгнала, я его верну. На чем мы остановились? Четвертое. Четвертое и самое главное. Вы должны его чем-нибудь позитивно поразить. Он должен увидеть вас совершенно новыми глазами. Ключевое слово здесь – поразить. Пошла. Хорошо выглядишь, заместитель. Давай заходи. Вещи твои у нас остались. Иду, иду, Сонь, иду. Ну, наконец-то дозвонился. Здравствуй, дочь. Сегодня утро. Ну, да, да. Как Дашенька? Ага. Да ты? Ага. Слава Богу. Я здесь, в сквере, около твоего дома. Думал, мама с Дашей гуляет. Ты не знаешь, где она? Не могу дозвониться. В книжном? А что она делает в книжном? Какая презентация? Не понял. Какая? Ну ладно, я туда заеду, а вечером давай повидаемся. Я соскучился очень. Хорошо, позвоню. Целую, целую. А? Всех женщин потерял, да? Всех. А, нехорошо. С нами строго надо. Одна много, не оставлять. Да разве 2 месяца это много? Е?
Для красивой женщины 2 недели много. 2 дня много. За рука держать надо. Да теперь уже ловить. Аллочка, милая, проходите, проходите. Спасибо. Одну секундочку. Хорошо. Ты прям не узнать, юноша. Ну, здравствуй. Давно приехал? Утром. Может быть, плюнешь на эту Иванову? Пойдем где-нибудь пообедаем. Ты приехал на встречу с ней? Нет, с тобой. Я же звонил, ты не отвечала. Ведь видела, что мой номер? Нарочно. Да. Я хотела, чтобы ты приехал сюда. Это ненадолго. Хорошо. Я подожду. Садитесь, садитесь, пожалуйста, садитесь. Дорогие покупатели, они же читатели. Позвольте начать встречу с автором самой популярной книги месяца, лидером продаж, Аллой Ивановой. Спасибо. Большое спасибо, что вы пришли и что купили книгу. Честно говоря, я вначале сомневалась, надо ли мне ее писать, хотя многие советовали. Но неожиданно, когда вдруг у меня высвободились 2 месяца, я все же решила рискнуть. Дорогие друзья, я думаю, что многие собравшиеся здесь прочитали эту книгу. Поэтому автор любезно предлагает перейти сразу же к вопросам. Если они есть, конечно. Алла Валентина с удовольствием на них ответит. Знаете, я с большим интересом прочитала вашу книгу и со многим согласна. Но все-таки скажите, если муж начинает смотреть по сторонам, то как удержать его от этого? Никак. Все равно не удержите. Держать мужа и на коротком поводке, чтобы не сбежал, чтобы на виду был, чтобы легче было контролировать. Пустое занятие. Короткий поводок легче рвется. Натяжение сильное. А длинный. Мужчине кажется, что он свободен. Ничто не стесняет его в его маленьких шалостях. Ключевое слово здесь «кажется». И тогда зачем ему уходить из дома, где все так знакомо, привычно? А если он все же ушел? Ну, главное, не спешите разводиться и делить нажитое. Дайте ему время понять, что он сделал глупость. Ему ведь придется привыкать к новой женщине. К ее родственникам и друзьям, к ее болезням. Ключевое слово тут – родственники. Он вынужден будет считаться с ее привычками. А с годами мы все обрастаем привычками. Поэтому не исключено, что спустя какое-то время ему захочется вернуться в старую семью. Как в тихую гавань. Подальше от страстей и бурь ревности. Короткого поводка. Спасибо. А мужчине можно задать вопрос? Да. Вот тут на первой странице написано, что эту книгу вы посвящаете своему мужу, без которого ее бы не было. Да. Значит, он вправе рассчитывать на вознаграждение? Конечно. Оно его уже ждет. Нет, нет, ты не прав. Это надо делать тоньше.
Был у приятеля, задержался на совещании, это старо. Это теперь не работает. Она же будет звонить. Не ответишь — вечером допрос. Отключишь телефон — допрос с применением пыток. Честно говоря, я бы того, кто изобрел мобильник, повесил бы вот прямо здесь, в центре города, с табличкой «Убийца личной жизни». Так, и что ты предлагаешь-то? Ноу-хау. Звонишь ей в 6. Приглашаешь театр, мол, встретил приятеля, актера. Отказать неудобно. Спектакль плохой, но парень хороший, учились вместе. Она же в жизни не пойдет в театр без парикмахерской. У тебя 3 часа на личную жизнь. Не так уж и мало, учитывая наш возраст. А если она и туда будет звонить? Приличные люди в театре телефон отключают, это знают все. А спросит про спектакль? Ну, рецензии из интернета, программка накануне спектакля. Ну, а если замена? Если, если. В этом деле без риска нельзя. Зато тонизирует. Кураж. Слушай, тебе надо книгу написать. Как обманывать жен, а? Да когда писать? Минуты свободной нет. Слушай, ну ты же из газеты-то ушел. Потому и нет. Да, дорогая. Не волнуйся, скоро Капа придет. Ага. Почему? Я же все оставил на плите, только подогрей. Ну тогда жди меня. Целую. Вот ведь будет умирать от голода возле полного холодильника, но будет ждать, когда я приду и подам. Что-то разбаловали мы их. Это точно. А? Да. Да, Даша. Да, маленькая, разбаловали мы вас. Да, мы хорошие. Странная женщина, а? Странный. Совсем стыд потеряла, а? А потом демографии, демографии, низкая рождаемость. А когда мужчин демографии делать? Он сил должен иметь для рождаемости? Желаний. Совсем вымрут. Совсем, да. Как мамонт. Один бивень останется. Ой.